Салам алейкум, пацаны! Меня Мэгги зовут. Ну что, вы готовы? Друзья, наконец-то сегодня мы покупаем все новое оружие в моей любимой игре One State. Это игра онлайн. Тут собираются очень много людей. Кстати, эту игру вы можете скачать по ссылочке в описании. Также в закрепленном комментарии. Также вы можете прямо сейчас ввести уже мой личный промокод и получить в эту игру уже крутую топовую, кстати, друзья мои, да, плюшки. Крутые топовые плюшки. А именно баксы, да, в эту игру. Мы сегодня поедем покупать себе новое оружие. Покажу, что за оружие. Это, друзья мои, игра. Еще раз говорю, онлайн. Тут вы можете делать все, что захотите и стать кем захотите. Тут, кстати, очень много людей играет. Давайте мы с вами просто подъедем на моей новой тачке. Ай, ламби. Ой-ой-ой, что за бархатные тяги, а? Посмотрите, тут людей. Яма, пацаны. Очень офигенная игра. Очень много людей тут, очень много. Прям очень много людей играет в эту игру. Можешь денег дать? Можешь денег дать? Уже... Ай, ты чё, блин, Ле! Ни хрена себе. Видите, уже просит у меня деньги. Дай денег, братишка. Ему относится, пипец. Друзья мои, скачайте игру, не пожалеете. Да вы достали, вы чё, блин, Можешь денег дать, пожалуйста? Ема попрошу. Ладно, обычно я даю деньги, но пока у нас просто ролик, пацаны. У нас пока ролик. Вот, Ауди стоит, короче. Ботаны, можете денег дать? А, можете денег дать? Кстати, пацаны, поехали мы с вами, короче, в оружейный магазин. С вами сейчас съездим. Посмотрим, что там вообще можно будет приобрести. Хочу себе, честно, хочу себе калаш, пацаны. Реально хочу калаш себе. Ой-ой-ой, что за сейчас будет просто бомба. Как вам, друзья мои, оцените по 10-бальной шкале, как вам моя новая тачка, а? Как вам моя новая тачка? Ну, как, в смысле, новая? Ну, она давно у меня уже, просто она мне в арсенале, как бы, в гараже моем, она реально новенькая. Ну, реально, цвет очень бомбовый. Такие вот у меня диски такие прикольные. Ай, что за игра, просто... Смотрите, какая просто графика, друзья мои. Не забывайте, скачивайте. Я играю на первом сервере, на самом первом сервере. Играйте, со мной, если попадетесь, подарю вам, возможно, машину. Подарю вам денег, по-любому денег подарю 100%. Вот денег подарю прям 100%, у меня 5 миллионов. Могу вам подарить денег. Так, давайте мы с вами зайдем сейчас в оружейный магазин. Так, тут вроде направо, да? Да, тут направо. Каких-то, короче, в катакомбах, короче, у нас получается. У нас именно оружейный магазин. Надо, чтобы не спалили. Побежали. Заезжаем. И заходим в наш магазинчик. Что тут будем брать? Брать. Так, тут есть пистолетики. Есть пистолетики. Всякие разные, крутые. Дигл даже есть. Ема! Так, есть, короче, у нас МП-5, грубо говоря. Есть, короче, калаш. Блин, калаш неплохой, кстати, на самом деле. Есть калаш, ну не калаш, наподобие калаша, да? Также есть, получается, эмочка, вот калаш. Вот он, бомбовый калаш. Ема. Так, есть патрон у нас тут. Лицензия. Так, давайте возьмем на оружие. Возьмем оружие. 251 тысяча рублей. Ошалеть. Ладно. Друзья, не забывайте вводить мой личный промокод, получать в эту игру себе, 100% получите прям топовые подарки, а именно деньги в эту игру. Давайте 40 лицензий, 14 дней, забираем, лицензию мы берем, оружие мы покупаем. Оружие купили, теперь патроны. Патроны для пистолетов, патроны для винтовок, 350. Ну давайте возьмем, наверное, 56 тысяч, возьмем, наверное, давайте Вудстока. Да, 120, берем, пацаны, 120. Давайте 180, хорошо, берем 180, 56 тысяч. Неплохо, 56 тысяч, тоже, пацаны, это годно. Так, все, лицензию взяли. Короче, пацаны, у нас лицензия, короче, на пистолеты. На пистолет у нас получается. Это у нас какого-то... Так, сейчас, секундочку. Оружие. Блин, почему тут не пишется? Почему не пишется, а? Раньше, пацаны, писалось, какого уровня лицензия. Или даже, может быть, так, винтовки. Ну, только 3 винтовки. Ладно, давайте посмотрим калаш. Выйдем отсюда. Надо, короче, пристреляться, пацаны. Реально, калаш очень бомбовый. Самое главное, что именно с этого оружия очень сильный урон. И если вас, например, кто-нибудь тронул, вы достаете себе калаш, говорите мордой в пол, работает ОМОН. Руки за голову. Вот, и спокойно достаете калаш, и он, короче, ваш твой. Весь твой, точнее. Так, берем, короче, калаш. Белом, заходим в рюкзак. Вот мой калаш. Ема! Ну как, пацаны? Ну как вам? Ну как вам? Как вам, пацаны, нормальное оружие? Ема, перезарядку сделали. Ой-ой-ой, что это такое? Ошалеть! Ну я теперь думаю, кто теперь на меня пойдет. Да теперь все заочкуют, пацаны. Вот так с калашом будем стоять, так вот с калашом. Фу. Пацаны, поехали. Поехали, короче, на нашу точку сбора. Поехали на нашу точку сбора. Сейчас, короче, мы с вами заедем и встанем с калашом, короче. Интересно, кто-нибудь слово скажет? Скажет, нет? Так, на ламбе-то подъехали, ни хрена себе. Мы сейчас подъедем на ламбе, так что такие крутые типы и с калашом. Неплохо, неплохо. Так, задание мы уже выполнили, да? Почему должны выполнить, забыли задание еще? Задания должны еще были выполнить. Так, задание. О, нормально, нормально. Поехали дальше. Так, тут нам вроде бы направо. Да-да-да, направо. Ни хрена там машина быстрая пролетела. Что за машина? А, не, не быстрая. Нет, это так. Среднячок. Нифига, короче. Ой-ой-ой, брат, тихо. Тихо. Чуть я... О, я чуть, короче, с ним чуть не пропустил, короче, поворот. О, все, заезжаем на нашу тачку, на нашу точку сбора. Вот, вот. Ну что, куда заедем, пацаны? 20 заедем, 20 заедем. Вот так вот. Так, потихонечку припаркуемся. Ема тут народу. А чё, было громко, что ли, или шум какой-то? Было громко, бля. Калаш, где мы, пацаны? Да, идем. Ну так заходим, короче. О, кого? Да заходим. Да тут еще какой-то мелкий был. С таким голосом писклявым. О, ну как, пацаны. Вот все сюда собираются. Очень много людей играет. О, друзья, в общем, скачивайте игру, кайфуйте, игра очень интересная, очень топовая, много тут чего есть интересного. Ну, честно, Павел, ты не просишь деньги? Так что всех люблю, скажи всех честно. Обнимаю, скачивайте игру, а мы пойдем скоро снимать уже, делать с вами бизнес. Вот на этом сервере нормально, мы открываем... Молодец. Но я иногда помогаю, иногда нет, он просто... Так, давай идем. Вообще людей жалко, и... Пацаны, на этом сервере будем открывать бизнес, и вы можете спокойно ко мне вступить еще в группировку, которую тоже я открою. Так что скачивайте игру, заходите на первый сервер и играйте. Всех люблю, всем обнял, всем пока, всем люблю. Всем пока, люблю вас.